Всем привет, с вами Поля. Сегодня мы говорим о фотостоках. Если тема фотостоков вам интересна, не забудьте подписаться на этот канал. Сегодня я вам расскажу, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных фотостока в прошлом месяце. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Shutterstock, Vectorstock и Pond5. На Shutterstock в феврале был спад посещаемости на 16,5%. Всего было посещений 63 миллиона 300 тысяч, процент отказов около 49%, 5 страниц за посещение и средняя продолжительность посещения 5 минут. По странам: США 15%, Индия 7%, Россия 6,75%, Великобритания 4%, Бразилия 2,88%. Сравним с посещаемостью в январе. США 15,5%, Индия 7,7%, Россия 6%, Великобритания 4%, Бразилия 2,87%. Мы видим, что пока что по странам все стабильно. Посмотрим, какая будет посещаемость по странам в ближайшие месяцы. Я думаю, что могут быть какие-то изменения в связи с ситуацией в мире. Поэтому будем наблюдать за Shutterstock и за другими стоками внимательно в ближайшие месяцы. На Vectorstock была примерно такая же посещаемость в феврале, как и в январе. Незначительный спад на 0,77%. В сумме 7,5 миллиона посещений. Процент отказов довольно высокий, 65,5%. Около 3 страниц за посещение. И средняя продолжительность посещения 2 минуты. По странам: США 19,27%. Индия 11,37%. Великобритания 4,5%. Индонезия 4%. Филиппины 3,21%. Сравним с посещаемостью в январе. США 17,78%, Индия 11,39%, Индонезия 5%, Великобритания 4,25%, Филиппины чуть больше 3%. Мы видим, что Великобритания и Индонезия поменялись местами, но на Vectorstock все стабильно. На Pond5 был тоже небольшой спад посещаемости, около 3% в феврале. Всего посещений 2 миллиона 200 тысяч, процент отказов около 47%, 4-5 страниц за посещение и средняя продолжительность посещения около 4 минут. По странам: США 23%, Великобритания 5,5%, Россия 5%, Украина 4,33%, Германия 4,26%. Сравним с посещаемостью в январе. США 23,73%, Великобритания 5,18%, Россия 4,45%, Германия 4,21%, Канада 3,9%. Мы видим, что в феврале в пятерке лидеров вместо Канады очутилась Украина и сразу попала на 4-е место. Германия опустилась на 5-е. Вот. И таким вот образом чуть-чуть поменялся состав стран, топ-стран. В целом на Pond5 незначительный спад посещаемости. Это еще может быть связано с тем, что февраль короче, чем январь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы с этими фотостоками и насколько успешно у вас там идут продажи. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!